Это канал Europlay. Сегодня мы играем в Payday 2 и будем выполнять достижение Trick or Treat на карте Лабораторные крысы на уровне сложности Жажда смерти. Из активов мы взяли патроны, медик и гранаты. Обязательно покупайте. Из оружия я выбрал тяжелый арбалет с разрывными, пистолет Дигл, шокер и коктейль Молотова. Навыки у команды должны быть следующие. Обязательно джаммер с помехами, 4 медицинские сумки и 2 пачки патронов. Также у двух игроков должен быть прокачан навык «Лебединая песня» по максимуму. Итак, мы стартовали и сейчас связываем как можно больше гражданских. Которые пытаются куда-то позвонить, не имея телефона. Ожидаем ингредиентов. Вот сумки попадали. И как можно быстрее забираем их всех. Вот это одно из безопаснейших мест внизу. Сейчас самая главная задача — это забрать мешки. Вот у меня пошла лебедина, и сейчас я упаду. Опа! Меня поднимают. Так, что-то все попадали. Ну, что ж такое? Одного поднял. Второго поднял. Так, ну третьего поднимут. А я на лебединой, кстати. Опа! Ничего не вижу. А, нет, все, что-то вижу. Если не собрать мешки в самом начале, то их унесут очень далеко. Тактика у нас следующая. Мы закинули мешки в безопасное место, откуда их не вытащат. И когда нас попросят добавить какой-то ингредиент, тут 3 игрока попытаются это сделать. Все, я стал черно-белый, мне срочно съесть аптечку надо. Когда на карте очень много противников, лучше немножко пострелять. Так, снова 2 человека упало. Поднимаем. Как я вам уже рассказывал, каждый ингредиент надо добавлять 3 раза. Зиплайн, к сожалению, едет очень долго. Добавляем. Осталась последняя сумка. Так, я промахнулся. Right,
Внизу бульдозер ходит. Можно снять с него броню. Штурм закончился, и мы можем добавить следующий ингредиент. Троск на лебединой сейчас упадет. Так, ну что, раз уж я тут пока не нужен, пойду помогу троску. Давай, 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 вставай. Кстати, вот эта комбинация из тяжелого арбалета и пистолета Дигл весьма-весьма неплохая. Вообще здесь мы взяли довольно-таки специфические навыки. Только чтобы выполнить это достижение. Снова меня вырубили. Ну ничего страшного, меня поднимут. Как вы успели заметить, осталось добавить только один ингредиент. Пока я его добавлял, меня уже... кто-то подстрелил. Еще из навыков, которые вам обязательно понадобятся, это, конечно же, вдохновение. Снова у меня лебединая. Сейчас упаду. И снова надо съесть аптечку. Остается добавить всего последний ингредиент. Теперь мы можем разбить это все и выкинуть. Когда заработает достижение? Клокер появится только тогда, когда вы кинете вторую таблетку. Вот я сейчас побежал. Кидать ее. Так, два игрока лежат.
Сейчас поднимем их. Устанавливаю медицинскую сумку рядом с сейфом. Ведь именно там будет огромный квокер. Самое главное, что если вы находитесь сейчас в безопасном месте, в котором находятся ваши патроны и медицинские сумки, то старайтесь сразу же съесть аптечку и взять патроны. Потому что долгое время вы не сможете отойти от сейфа. Вот этот круг, из которого нельзя выходить. И огромный квокер. Шоу начинается. Итак, что вам может здесь еще помочь? Коктейль Молотова вам может здорово помочь. И, конечно же, помехи от ЕСМа. Этот звук корежит всех копов. Когда кто-то упал, старайтесь как можно быстрее его поднять. Здесь приходится стрелять очень активно, потому что посмотрите на счетчик справа наверху. Количество копов больше, чем 50. Нам остается продержаться всего 15 секунд. Есть, мы это сделали. Теперь мы можем выйти и посмотреть супер-мега-удар квокера. Мощный удар ногой по сейфу. Из него вывалилось огромное количество суммы. Это и есть дополнительный лут за выполнение этого достижения. Конечно же, мы его тоже унесем. Так, появился еще и капитан Винтерс. Но это тоже не проблема. Арбалет нам здорово помогает. Все, капитан свалил. Квокер свалил, капитан свалил. Как вы видите, без патронов здесь совсем туго. А добежать во время штурма до тех патронов, которые находятся вдалеке, очень тяжело. Сумки начинают растаскивать. Но мы пойдем на одну хитрость. Какую именно, вы увидите чуть позже. А сейчас по возможности мы собираем мешки.
Те мешки, которые уже находятся вдалеке, мы не будем трогать. Мы их отнесем попозже. Нам выпало очень много мешков с деньгами. Очень плохо, что у меня кончились патроны. Теперь я долгое время смогу играть только своим пистолетом. Но лучше что-то, чем ничего. Ингредиенты убираем в сторону. Они нам больше не пригодятся. Итак, смотрите, какая хитрость. Мы подбрасываем мешки на ту сторону. А копы просто молодцы. Они отнесут эти мешки в самый дальний край карты. Это и есть наша хитрость. Копы вообще хорошие ребята. Итак, те мешки, которые унесли довольно-таки далеко, мы сейчас попробуем забрать. Так, вот один мешок. Второй. Третий. И четвертый. Ну вот, все. Все мешки унесли. Как вы видите, копы-трудяги тащат мешки в дальний правый угол. Главное им их подбросить поближе. Пускай потаскают. Надо подкачаться. Лебединая! Опа! О, чё, где? Потерял сознание, очнулся, гипс. Ну все, все мешки мы выкинули.
пускай теперь их таскает. Зачем нам это делать? У нас всего четверо, а их вон. Огромная команда. С капитаном Винтерсом. Попробую взять патроны. К сожалению, здесь было мало патронов. Ну, хотя бы что-то. Мешки таскают, таскают и таскают. Да, на этой карте очень много бульдозеров. Несмотря на то, что штурм закончился, копы продолжают таскать мешки. Так, у меня не последнее падение, но я бы все-таки полечился. На всякий пожарный. Маленький квокер догнал меня. Кстати, если вы останетесь у сейфа, квокер вас вырубит своим ударом. Поэтому по завершению достижения сразу уходите оттуда. Чучо побежал за патронами. Я пока не рискую этого делать. Опа! Копы почти завершили свою миссию. Полезную для нас. Доносят оставшиеся мешки. Их можно только поблагодарить за это. Здесь самое главное, не ошибитесь, то мешки нужно скидывать вниз. А не тащить к выходу. Мы опомнились и стали кидать мешки в правильное место.
сожалению, аптечек больше не осталось. А мешки наверху. И при этом идет шторм. Одному человеку удалось проскочить, а я решил все-таки докидать последние мешки и выполнить эту миссию, чтобы вы могли увидеть, сколько эти мешки приносят дохода. К сожалению, так как я был занят мешками, я не могу ничем помочь Егорке и Троску. Зато Чучо у нас находится прямо на выходе. И мы все равно завершим эту карту. Ничего страшного, Чучо нас всех выкупит. Итак, самое интересное — это цифры. Сколько же принесет дохода, если завершить эту миссию, приготовив одну партию контрабанды и унеся весь дополнительный лут. С вами был Юрок. Подписывайтесь на канал Юроплей, ставьте лайки. До новых встреч!